Привет, народ! Сегодня хочу маленький такой обзорчик сделать. Я зашла в FixPrice. И, собственно, я пошла туда за клейкой и бумагой. И по дороге взяла еще несколько мелочей. Начну, такая вот корзинка. Начну с нее. Размер 310 на 240 на 150. Вот такая вот прикольная, такого кремового розового цвета с двумя ручками. Вот. Не знаю, подумала, что можно за грибами или за ягодами ходить. Но за ягодами, наверное, будет дырочки высыпаться, но за грибами, в принципе, можно. Просто понравилась корзинка и решила ее взять. Стоила она 77 рублей. Вот, сейчас там появились такие новые, как бы, товары, новые цены. То есть не только за 55 рублей, но и за 77 и за 99. Вот, потом я давно, как бы, присматривалась, искала что-то похожее и наконец-то увидела. Вот помню, были такие стаканчики раньше, и потом они пропали, сейчас снова появились. Вот такой зелененький. Мы хотим делать ремонт в кухне, и она будет под зеленый цвет, ну, зеленый, но немножко другой. Но так как другого цвета не было, я взяла такой. И вообще это, как бы, сейчас немножко пошуршу. Это были горшочки для цветов и с этим самым, с поддончиком. Вот. Но я прям хотела давно такой вот стаканчик, но что-то присматривалась долго и никак не решалась взять. На кухню, для ложек, которые вот пластиковые ложки, деревянные ложки, они очень большие, и в ящик нормальными, как бы, столовыми приборами они не влезают. И я хотела их, когда моешь, складывать, вот, ставить в стаканчик, чтобы они всегда на виду были, чтобы не надо было бегать, искать, куда же я их убрала. Ну и, кстати, поддончик удобно, что если помыл, то вода стекает. Из таких вещей там... Сейчас проходит акция «Стиль шеби-шик». И я взяла два вот таких подносика. Вот такой вот с цветочками, с пионами. И вот такой с розами. Вот. Ну, у нас просто давно дома такая тема шла, что когда, допустим, вечером хочется попить чаю перед телевизором, нести в руках чай, там, печеньку, варенье, хлеб, и все это в двух руках очень неудобно. Вот, поэтому мама давно говорила, что надо завести какой-нибудь подносик, и вот я решила взять. А потом для Алиски я взяла вот такие вот пеленки. На самом деле, вот здесь вот я разочаровалась. Во-первых, в итоге, то есть я ее уже открыла, мы использовали одну. В упаковке три штуки. Здесь они идут для щенков, но, в принципе, можно и для котят. Я достану, вам покажу. То есть это обычная пеленка, как для людей, которые, ну, как вы знаете, там, мало ли, какие-то проблемы. То есть она с одной стороны впитывает, с другой стороны клеенка. Точно такие же пеленки, как для людей, для детей, абсолютно такие же. И по цене выходит гораздо дороже. То есть три штуки мне стоили 55 рублей, в то время как в Ашане, например, 20 штук можно купить где-то за 120-150 рублей. Ну, посчитайте сами, что получается гораздо выгоднее брать больше и в другом магазине. Вот. Также я сейчас достану. Взяла, я, собственно, пошла туда
не только заклейкой и бумагой, которую сейчас покажу, но и также я хотела взять чехол для пальто, потому что у меня проблемы, что как бы пальто, оно же все-таки шерстяное, и там моли какие-то всякие ворсинки, они к нему прилипают, поэтому я вот пошла за этим чехлом. Больших там не было, то есть вот это самый большой, 60 на 102 сантиметра. Вообще мне хотелось бы подлиннее, но длиннее там не было. То есть 1,2 сантиметра это максимум. Вот. До кучи взяла еще вот такой вот. Он из нетканого материала на молнии, по-моему, да, без кармашка. 60 на 90. Но тоже для каких-то пиджаков, то есть чтобы это не контактировало с ворсистыми вещами. Вот, и еще увидела вот такой пакет, просто для эксперимента взяла. Это пакет, который вакуумный, то есть отсасывается воздух с помощью пылесоса или какого-то другого способа. Вот, и уплотняется. Но я подумала, здесь вот на этикетке изображен пуховик, который уплотняется. Собственно, в описании тоже написано про пуховики. И у меня есть зимний пуховик, который тоже достаточно много места занимает. То есть он, не знаю, одну четверть от всего шкафа занимает. Вот, если интересно, то напишите мне, я вам сниму, как выглядит мой шкаф. И как в нем вещи располагаются, чтобы наглядно видеть, если интересно. Вот, оставляйте комментарии, я тогда сделаю отдельное видео по шкафу. Вот, и здесь написано, что если вы будете упаковывать в этот пакет вакуумный пакет, будете упаковывать пуховик, то больше, чем на 50%, нельзя откачивать воздух, иначе пух-перо, которое в пуховике, он будет, ну, сломается и деформируется, и от этого испортится весь пуховик, собственно. Он потеряет свою форму. Так, потом мне еще было, собственно, вот эта вот клейкая лента. Я вообще хотела, не лента, а бумага. Я вообще хотела белую, ну, какую-то с белым таким нейтральным рисунком. Но там был белый, но с какими-то кратинками серыми, не очень такая, не очень красивая. И, в общем, я решила выбрать такого темного дерева. Вот. И оклеить, у меня немножко посветлее шкаф, но оклеить коробки какие-то, в которых я храню, ну, там, и какую-то мелочевку, и аптечка у меня в коробке, то есть чтобы это все вписывалось в общий интерьер и не выбивалось из него. Вот, и также еще три мелочевки маленькие. Вот такие крючочки, тоже немножко светлее, чем мой шкаф, но я думаю, что нормально будет. Вот. Хочу, видела у кого-то из девочек, на дверь шкафа прикрепить эти крючочки и вешать, например, какие-то шарфики, украшения. То есть у меня это очень много, и как-то оно, мне не нравится, как оно хранится. Попробую этот способ. Вроде как здесь довольно сильный двухсторонний скотч. То есть крепится на двухсторонний скотч какой-то суперфиксации. Ну, попробуем, как бы посмотрим. Здесь 8 крючков. Я думаю, что мне с лихвой этого хватит. Вот, также еще взяла для мамы в автомобиль вот такой ароматизатор, который крепится на воздуховод. В общем, когда вы включаете вентиляцию, чтобы воздух циркулировал, вот туда крепится эта штучка, и типа она пахнет прикольно. Там был лимонный, яблочный и клубничный. Ну, клубничный самый такой девчачий. Вот, честно говоря, не знаю, но попробуем. Вообще я не очень к этим ароматизаторам, потому что они очень быстро выдыхаются. Вот, и еще взяла вот такие носочки на пяточку. Это для того, чтобы
например, на ночь кремом помазали пятки, чтобы мягкие были, надели. Но тут, правда, не на ночь, тут пишут, что не более 30 минут. Вот. И еще, кстати, хотела по поводу этих носочков сказать, что я уже делала обзор, я брала в Китае полноценные маленькие носочки, хэбэшные, две пары серых, и они были хэбэшные, вот в чем как бы прелесть, то есть их можно на всю ночь одевать. Эти, они синтетика, сейчас вот состав, ну, типа 90% хлопка, 7 полиэстера и спандекс там немножко. В общем, не знаю, как бы взяла на пробу, может быть и не пригодится. Просто интересно было такие носочки. В комплекте одна пара 55 рублей. Ну, выглядит дороговато, потому что как бы в Китае я брала две пары полноценных носочков, то есть не только на пяточку, а на полную ножку. Сколько они? Ну, около 30 рублей, что ли, они мне стоили. Вот, и сейчас покажу чек, чтобы вы сориентировались, что там вышло по цене. Ну вот, примерно вот так все выглядит. Я думаю, что видно. В основном все по 50. Да, не 55, 50. Ну там кое-что 55, вот носки 55, например. И корзинка 77. Все остальное по 50 рублей. Вот. Вот такой получился небольшой обзор. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новых видео, новых обзоров. И ставьте пальчики вверх или вниз, как вам понравилось или нет. И до новых встреч. Кстати, еще напишите мне, если вам интересно все-таки, какие я делаю обзор. То есть просто показываю товары или рассказываю, какие мои впечатления о них, то есть хорошие или плохие. Какие лучше видео делать, развернутые или вкратце просто показать, что купила. Вот, так что оставляйте комментарии, мне будет очень интересно почитать. И пока!